Здравствуйте, дорогие друзья! Вашему уникальному вниманию супер тема, которая ярко отображает дуальность нашего мира, любовь или страх. И чем больше вы осветляете свои аспекты, себя, тем больше поднимается страх из глубины. И это не падение, а время пришло для более глубокой трансформации. Слияние двух миров. Любовь или страх. Отец Абсолют. Читает Татьяна. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети. Сегодняшнее мое послание будет обращено к тем из вас, кто пока не может найти золотую середину в отношениях со своими подросшими детьми. Я знаю, как больно родительскому сердцу смотреть на страдания собственного ребенка, сколько бы лет ему ни было, даже если у него есть уже своя собственная семья. И происходит это чаще всего из-за того, что родители, и особенно мать, привыкли рассматривать детей как неотъемлемую часть себя, как свою собственность, на которую они имеют законное право, и чьей жизнью они вправе распоряжаться так же, как своей собственной. Это явилось причиной многих загубленных жизней и разбитых судеб на земле. Вы никогда не задумывались над выражением «семейные узы»? А ведь прямое значение слова «узы» – это цепи, оковы, кандалы. Именно поэтому так упорно насаждались в дуальном мире семейные традиции. Это помогало власть имущим контролировать людей через такие маленькие ячейки общества, а зачастую и оказывать давление на людей через их привязанность к своим близким. И сейчас мы попробуем разобраться, как найти ту самую грань, ту золотую середину, которая поможет вам оставаться добрым другом своему ребенку, не вмешиваясь в его судьбу и позволяя ему проживать свою собственную жизнь, проходить свои собственные уроки. Когда ребенок совсем маленький, то ему в первую очередь нужна ваша безусловная и безграничная любовь. Она поможет ему жить в доверии к миру и обрести уверенность в себе. Но очень важно, мои родные, чтобы эта родительская любовь не переросла в страх, свой антипод, который так свойственен многим родителям в трехмерном мире. Этот страх моментально передастся вашему ребенку и уже с удвоенной силой начнет притягивать к себе опасности, болезни и неприятные жизненные ситуации. И тогда малыш почувствует не доверие к миру, а его враждебность и опасность. И тогда малыш почувствует не уверенность в себе, а свою слабость и беспомощность. Я уверен, что каждый из вас найдет множество примеров из жизни, подтверждающих правильность моих слов. И, конечно, нужно помнить о том, что не слова, а энергия играет основную роль в ваших отношениях с детьми, которые чувствуют ее гораздо тоньше, чем взрослые, хотя и не могут себе этого объяснить. Даже если вы научитесь следить за каждым своим словом, но внутри вас будет жить страх за свое дитя, ребенок это обязательно почувствует. И эта самая разрушительная энергия во Вселенной начнет разъедать тонкие тела маленького существа, которое еще не способно за себя постоять. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно Отец Абсолют говорил с вами. Приняла Марта. Вы прослушали тему «Любовь или страх?».